Мужики, смотрите, какие крутые товары я нашел для нас. И не забудьте про конкурс в конце ролика. Айда смотреть! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. В этом видео я вам покажу 12 классных и необходимых товаров для каждого мужчины с сайта AliExpress. И как всегда, для тех, кто досмотрит видео до конца, смогут принять участие в конкурсе с денежным призом. Все ссылочки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании под роликом. Приятного просмотра! Специальный фартух для стрижки бороды. Все гениальное просто. Чтобы облегчить жизнь мужчинам, дизайнеры создали приспособление, которое значительно сократит время на уход за своим внешним видом. Для этого они использовали фартук, оснащенный присосками. Присоски на концах фартука крепятся к любой гладкой поверхности, создавая отличный сборник для отстриженных волос. Закрепите фартук на шее, затем зафиксируйте его концы присосками на удобной для вас высоте. Теперь сможете приступить к бритью или стрижке бороды. После того, как процедура будет окончена, осторожно снимите присоски и вытряхните собранные волосы в мусорное ведро. Фартук выполнен из прочного материала, легко стирается в стиральной машине. Великолепная и качественная ручка. Это отличный подарок себе или деловому партнеру. Дизайн ручки очень похож на дизайн ручки Parker Sonnet. Корпус ручки выполнен из шлифованного металла, на магнит магнитится. В отделке присутствует позолоченный элемент в виде клипа, основания и тыльной части колпачка. Как по мне, смотрится это довольно интересно. Клип у ручки стальной, с позолотой. На магнит очень хорошо магнитится. Очень жесткий, пальцами оттягивается с трудом. Зажим будет уверенным. Дизайн стрелы опять же скопирован со всеми известного бренда. Такая ручка станет отличной покупкой как самому себе, так и в качестве подарка. Боксерская груша предназначена для развития точности и быстроты на ближней, средней и дальней дистанции, а также в передвижении по кругу. Подвешивается на уровне головы боксера для отработки ударов руками или ногами. Сделана груша из тентовой ткани ПВХ, что говорит о том, что она прослужит вам не один год, и ее можно начинить либо песком, либо древесной тырсой. Прочная система крепления позволяет удерживать мешки для бокса в безопасном положении. Для подвешивания груши в комплекте идут специальные крепления из металла. Идеальный подарок подрастающему поколению, либо для себя. Хороший, тонкий и легкий спортивный дождевик. Полезнейший предмет гардероба для осени. Куртка отличается низким весом, высокой прочностью ткани. Ткань тянется и не промокает долгое время. При этом куртка дышит, несмотря на отличные защитные свойства, и не происходит конденсирование влажности. Важно отметить, что дождевик упаковывается в удобный герметичный мешочек и в свернутом виде прекрасно помещается даже в карман спортивных брюк. Край рукавов и куртки плотно обжимается резинкой, предотвращая попадание воды внутрь. Имеется водонепроницаемые вентиляционные отверстия. Настоящая мужская вещь – металлическая плеть. Кто-то использует ее для самообороны, а в умелых руках это страшное оружие. А кто-то носит как браслет, в принципе, одно другому не помеха. Расстегнули браслет, и вот вам грозная металлическая плеть для самообороны. Материал плетни – нержавеющая сталь. Полная длина 113 см, вес около 400 грамм. Компания FreeSolder отлично себя зарекомендовала на рынке товаров для настоящих мужчин. Рекомендую! Две колоды пластиковых карт PokerStars. Карты для игр в PokerStars из 100% пластика. Стиль PokerStars со всем шиком и лоском воплощен в концепции этих игральных карт. Стильная рубашка на карте со всеми атрибутами и логотипами PokerStars красуется на черном фоне с примесями надписей фундаментальных покер-понятий. Именно такими картами и играют на турнирах PokerStars. Прочность карт, простота ухода, легкость тасования и отличный внешний вид однозначно говорят в пользу выбора карт из 100% пластика. Если вы любите играть в покер, то эти карты обязательны к приобретению. Клевый кошелек – отличный способ продемонстрировать стиль и отменный вкус. Выполнен кошелек из кожи и сам по себе не только стильный, но и интересный, так как в нем есть немножко магии. Если его открыть с одной стороны, то ваша денежка будет закреплена резинками посередине. Если закрыть и открыть с другой стороны, то резинки будут уже совсем другие и в другом положении. Прикольно, правда? Мужской коричневый кожаный браслет – одно из самых интересных и стильных украшений.
Оригинальный кожаный браслет «Якорь» состоит из полос кожи, которые держат якорь морским узлом. Декорирован вкупе с тиснением из верви. Необычная застежка хорошо сочетается с металлическими элементами. Раньше жены моряков повязывали морской браслет с якорем своим мужьям перед выходом в море. Этот браслет приносил удачу и был оберегом. Морской якорь сегодня – это символ стабильности и успеха в любом начинании. Будет очень стильно смотреться на вашей руке, независимо от стиля одежды. В современном деловом мире важна каждая деталь в стиле успешного мужчины. Несомненно, немаловажную роль играют часы. Стильные часы с покрытием золота, они привлекут всеобщее внимание окружающих и создадут ваш безупречный образ. Часы сочетают в себе роскошь и безупречные качества, ведь вы этого достойны. Корпус сделан из нержавеющей стали, часовой механизм кварцевый, часы водонепроницаемые и ударопрочные. Длина ремешка 20 см. Смотрятся часы дорого и подойдут как для подарка, так и для личного приобретения. Очень полезные многофункциональные устройства. Включает в себя фонарь, пауэрбанк, прикуриватель и открывашку для бутылок. Будет полезным как для дома, так и на природе. Удобный и простой в использовании фонарь с функцией пауэрбанк. Корпус фонарика выполнен из ударопрочного металла и качественного пластика. В фонаре есть также прикуриватель и открывашка для бутылок. Сам прикуриватель представляет из себя раскаленную спираль, нагревающуюся с помощью встроенного аккумулятора. На тыльной стороне корпуса фонарика расположен USB-разъем для зарядки переносных устройств и микро-USB-разъем для заряда встроенной в фонарь батареи. Устройство фонаря предельно удобно, а компактные размеры позволяют брать его везде с собой – на рыбалку, кемпинг или в туристический поход. Очень качественная реплика на легендарную бензиновую зажигалку «Имка Триплекс». Самая массовая из произведенных зажигалок австрийской фирмой «Имка». Уникальная конструкция зажигалки позволяет зажигать пламя одним лишь нажатием на кнопку, с которым одновременно открывается защитная крышка. Такое решение обеспечивает высокое удобство использования и защиту зажигалки от засорения. Резервуар с топливом и фитилем съемный, что позволяет использовать зажигалку как свечу или упрощает разведение огня. Зажигалки работают на бензине. Фитили и кремни взаимозаменяемы с зиппо. Зажигалка снабжена ветрозащитным кольцом, при помощи которого можно регулировать интенсивность пламени. Точильный станок для ножей. Станок является профессиональным инструментом для заточки ножей практически любой модификации. Выполнен из прочных материалов. Очень прост в обращении. Станок устанавливается на присоске для надежной фиксации на гладкой поверхности. Конструкции предусмотрена установка угла заточки от 10 до 30 градусов. Станок полностью разборный и состоит из основания, которое может быть зафиксировано на рабочей поверхности с помощью винтов, стержня для выставления угла заточки, опорного стержня, направляющей с креплением для точильного камня, стальных пластин для надежной фиксации лезвия и, собственно, самим точильным камнем. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какими видами спорта вы любите заниматься. Кстати, если вы любите смотреть мои подборки, то нажимайте, пожалуйста, на этот колокольчик. Так вы будете получать мои видео самые первые и не пропустите ни одного ролика. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!